Новая выставка, которая откроется 5 марта в Доме Карбакова, называется «Еще раз про любовь». Про любовь к тем, кого не выбирают. Более 100 экспонатов расскажут истории сотни семей с 19 по 21 век. Эта выставка – своеобразный подарок городу от областной картинной галереи. Все произведения искусства, которые здесь находятся, взяли из Вологодского фонда. Сразу на входе в экспозиционные залы зрителей встречают картины современных художников, точнее фотохудожников. Здесь вологжане запечатлены со своими семьями в кино, на площадях, в любых местах. Одно можно сказать наверняка – это самые счастливые их моменты в жизни. Сразу же по соседству другой зал с русской графикой конца 19-го, начала 20 века. Здесь художники вместе с семьей и детьми изображали и быт русского человека. По мнению организаторов выставки, она очень понравится вологжанам, так как давно нигде эти экспонаты не выставлялись. Графика современных художников буквально через стену. Многие работы выполнены не только в черно-белых тонах, но и в цвете. Центральный зал посвящен выставке Владимира Николаевича Карбакова. Здесь изображены члены его семьи где-то красками, где-то карандашом. На некоторых картинах он присутствует лично. Организаторы выставки не забыли и о Джане Тутуджан. По их словам, эта художница больше всего любима вологжанами. «Было раз, совсем заплашало. Он купил ей атласное одеяло, и от этой сыновьей ласки догорала мать, будто в сказке». Джана Тутуджан писала не только картины, но и стихи. Здесь, в Доме Карбакова, ее творчеству посвящен отдельный зал. Любовь к тем, кого она рисовала, доказывается просто. На картинах они гораздо больше, чем сами зрители. Не остались без внимания и братья наши меньшие. Правда, каждый из мастеров изображал их по-разному. У многих художников образ ребенка и образ домашнего животного неразрывно связаны, поэтому изображаются они вместе. На этой выставке есть даже целый скульптурный ряд «Юные животноводы». Выставка откроет свои двери уже завтра в 17 часов. Оценить экспозицию можно будет по адресу: улица Октябрьская, дом 13. Павел Громов, Василий Попурин, Новости Вологды.